вечер у Люси 5 минут восхвалений и поглаживаний. Релакс. Ты такая красивая девочка. Ты такая умница. Ты такая вообще разумница. Ты такая замечательная бибизяка. Да, ложись, ложись. У тебя такой хороший хвост. У тебя такие умные глазки. Ложись, ложись. Папа будет гладить. Ложись. А я тебя буду хвалить. Ты самая красивая обезьяна на свете. Ложись на бочок. Ложись. У тебя такой... Ложись. Давай, давай. Вот так. У тебя такой бантик на попе дивный. Люсечка, ложись. 5 минут еще не прошло. Только 1 минута. У тебя самые красивые ушки, похожие на эльф. У тебя такие стройные ножки, как у балерины. Ложись, ложись, чтобы получше слушать. Да, вот так вот. А, папа. Да, да. Скажи, никуда не убирай руки. Гладь, скажи, гладь меня, да? У тебя такой дивный характер, Люся, в отличие от твоих сородичей. Ты такая добрая, красивая обезьянка. Самая умная, самая благоразумная, самая красивая, обаятельная и привлекательная. Да, ты такая прямо ангельский у тебя характер. Самая некрикливая обезьянка. Что? Что? Самая некрикливая, я говорю. Легла. Люсечка. Ты моя бибизяка. Красивая. Стильная такая, да? Нет, и главное, изумительный характер. Изумительный. Вообще вот не крик. Что? Где? Кто? Причем тут характер, скажи. Да, ложись, 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 погладит. Погладит, погладит, да. Ой, она как, знаешь, скажи, куда, куда? Мама сказала, погладит, ложись. Ну, что ты ей скажи, не придавливай, она сама ляжет. Он так держится из последних сил на вот этих руках. Мне так нравится, где же держащая голова падает. Потом она такая вся ложится на бочок. Да? Люсечка. Скажи, где, 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 что, что, куда, где рука? Непонятно, все, все, оп, замерла. Это там где-то гамадрилы, Люся. Это злые обезьяны, которые только и делают, что дерутся своими несколько сантиметровыми клыками, которые с ними выясняют отношения. Все время девы только едят и гадят, и дерутся. В этом все предназначение бабуинов. А ты у нас балерина. Девочка с изумительным характером. Будешь, да? И всегда такой останешься. Что, 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 что? Где изумительный характер? Где? Ну, покажи свой изумительный характер. Ну, скажи, папа, ты меня еще не догладил. Друзья, мне одной кажется, что вот все бабуины, все эти гамадрилы страшны и похожи на каких-то вот собака-свиней. А Люська у нас... Я не похожа на собака-свинью, нет, не похожа на собака-свинью, да. Люся у нас самая симпатичная обезьяна. Симпатичная, я говорю, симпатичная, симпатичная. Я не собака, свинья, да? Мама сказала, что 5 минут, а прошло 4 минуты 41 секунда. Ой, ой, аж глаза закрыла. О, все. Так, спать не надо. Каша, каша, каша сейчас будет. Пошли, Люся, каша. Люся, давай руку. Каша, каша.
Пошли. Каша, 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 каша. Все, скажи спасибо за массаж. Каша, 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 каша. Все, пошли кушать.